Здравствуйте, у нас есть новость. В Рязани появился первый в истории региона кандидат в мастера спорта по биатлону. Его зовут Алексей Адров. Молодому человеку 16 лет. Сейчас я вам о нем расскажу. Лыжи, винтовка, снег, и мысли работают автоматически. Алексей тренируется каждый день. Зимой на биатлонном комплексе в Рязани, летом, весной и осенью уезжает на сборы в Архангельск. Его кумир Ули Эйнер Бьёрндален, известный биатлонист. Ули Эйнер, ну, уже сколько выступает, ему уже довольно-таки много лет, он наравне с лидерами бежит. 8-кратный олимпийский чемпион, более 100 наград на этапах Кубка мира. Бьёрндалену 43 года, Алексею 16. Считается, что биатлон – возрастной вид спорта. Больших результатов в нем люди могут начать добиваться и после 20 лет. Для возраста 16 лет получить звание кандидата в мастера спорта России по биатлону – серьезный результат. Завоевать его Алексею удалось на соревнованиях в Смоленской области, где собрались лучшие спортсмены Центрального федерального округа его возраста. Как юноши, так и девушки. Рязанская команда состояла из 5 человек. По причинам плохого самочувствия один юноша выступить не смог. Мы ехали с целью не выполнить какое-то звание, не занять какое-то место. Мы ехали участвовать. Мы поехали участвовать и заявить, что в Рязанской области команда есть, что у нас тоже ребята, девчонки тренируются, они готовятся и готовы в будущем конкурировать. Виталий Александрович Адров, отец Алексея, в составе его команды. Он также ездил в Смоленск в качестве специалиста по подготовке инвентаря. Во время старта он уходил на дистанцию для того, чтобы помогать тренерам вести спортсменов и одновременно с этим не отвлекать биатлонистов. Мое присутствие эмоционально не всегда может сказаться положительно. Лишний отвлекающий фактор во время соревнований, он ни к чему. Каждый спортсмен хочет показать тренеру или наставнику, насколько он хорошо может пройти дистанцию. И все-таки перед стартом юным рязанцам проще собираться с силами наедине с собой. Да, это очень, очень тяжело. Это такая моральная обстановка, накальная со всех сторон. Все прям плющит. А самое, вот где происходит этот пик? Наверное, за час до старта. Победа даже при таком сильном эмоциональном стрессе возможна. Алексей доказал это во второй гонке. Было 3 гонки. Самое, наверное, сложное мне показалось, это индивидуальная гонка. Много стрелять, много бежать. Первая гонка индивидуально показала, что он может бороться с ними на равных на 4 огневых рубежах. Он допустил 6 промахов, стрелял 2-1, 2-1. Лежа стоя. Ну, для юноши и девушки такого возраста, ну, считается нормальным показателем. Хотя победитель стрелял 0. За каждый промах спортсменам на финише было добавлено по 45 секунд. Конечно, даже имея хорошую лыжную подготовку, на дистанции 10 километров отыграть 4,5 минуты нереально. Даже минуту отыграть ходом, это нужно быть просто на голову сильнее. Вот, посмотрев на этот результат, мы уже к спринту подошли более осознанно, немножко там вот корректировали по стрельбе, чтобы не вмешиваться в те навыки, которые у него уже были заложены, потому что, ну, перед соревнованием нельзя ломать то, что у него уже наработано, в противном случае это будет обратный эффект. Немного подправили, и уже на спринте Алексей одержал победу, с первых метров заняв лидерство. 6 километров, 2 огневых рубежа, 2 промаха за каждый из них по штрафному кругу протяженностью 150 метров. Хочется сказать, что победитель предыдущей гонки также был в этом забеге. После второй стрельбы, стоя, он вышел с преимуществом там порядка 8-10 секунд. Ну, на финише его преимущество оказалось над вторым соперником 17,7 секунды. Это, ну, скажем так, для дистанции в 6 километров это серьезное преимущество. В результате первое место и спортивное звание кандидат в мастера спорта. В биатлоне звание дается именно за призовые места, если это предусматривает регламент и уровень соревнований. Время, за которое спортсмен прошел дистанцию, роли не играет. Потому что сегодня мороз 18 градусов, скольжение одно, а завтра плюс 11, скольжение совершенно другое. Плюс профиль трассы в разных местах разное, поэтому здесь количество, вернее, здесь только занятые места. Возможно, поэтому так привлекает многих биатлонистов тот же Бьёрндален. И стрельба, и ход годами отточены. Кстати, стоит сказать, что скорость на трассе у Алексея довольно приличная. На лыжи он встал впервые в 4 года. На время их откладывал, увлекшись футболом. А последние лет 7 вплотную на лыжной трассе. Винтовку он взял в руки пару лет назад.
Да, мне очень было трудно стрелять. Я начал заниматься, я перенес перелом, у меня левая рука была сломана. Для меня казалось очень тяжело стрелять с положения лежа, поэтому тренировался только стрелять стоя. Со временем все прошло, я подтянул стрельбу. Перелом был получен на одной из тренировок на лыжероллерах. Первая же винтовка Алексея наполовину была выполнена своими руками. Выемки под пальцы на дереве вытачились самостоятельно, чтобы приклад удобнее лежал в руке. Кроме того, одно из увлечений Алексея – это рисование карандашом и выжигание на дереве. Мне прям, когда вот первую мою винтовку дали, мне от нее ложу дали, ну, приклад, я уже решил, ну, как ее чуть-чуть под себя подогнать, делать это все сам самостоятельно, естественно, вышло по-корявому. Но потом я взял и дома начал узор выжигать на ней. Ну, получилось более-менее. По задумке Алексея, это дракон. Сам он называет это изображение сейчас каким-то неопределенным черным пятном. Конечно, нельзя сказать, что Алексея кроме спорта ничего не интересует. Сейчас он учится на первом курсе Рязанского строительного колледжа. Так что каждый день он находится в движении от учебы до тренировок. Чтобы у любого человека начал появляться результат в спорте, необходимо привить к нему любовь, так считает отец Алексея. Самая главная задача – это привить любовь к спорту. Чтобы спортсмен осознанно выходил на лыжню. Потому что нагрузки, они запредельны. Они вопреки всему, и люди побеждают не благодаря, а вопреки всему. А винтовку взять в руки можно и попозже, в 10-16 лет. К лыжам же хорошо привыкать с самого детства. Для 3-4-летних малышей это полезно для здоровья. Свежий воздух, да и хороший пример с родителей, если они сами ставят ребенка на лыжню. Я 4 года же первый раз лыжню России побежал, и почти, наверное, все года я бегал. Начал кататься на лыжах. Наверное, меня поставили в год 3-4. В 3 года, по-моему, я на коньках уже пошел кататься. Вместе ходили, катались с папой. Ну и папа тренировался, я тоже ходил вместе с ним под ручку. Конечно, мне все время было интересно, очень любил со спуска кататься, все это. Классно, ветер в лицо, природа. Отец Алексея сам лыжник. Вся его жизнь связана с этим видом спорта. Всегда под рукой были лыжи. Он находил, где установить станок для их обработки и расположить инструмент. Однако Виталий совсем иначе вспоминает первую лыжню России, на которой маленький Алексей попробовал себя в спорте. Но любовь к лыжам постепенно все-таки привить ему удалось. Оглядываясь назад, когда я его первый раз поставил на лыжи, и он на первых своих соревнованиях лыжня России эти лыжи снимал и бросал в сугроб и сказал, зачем вы мне это одели, но потом он все-таки до финиша этой там 3-километровой, наверное, дистанции, он все-таки до нее там дошел, ну, он, может быть, это и не помнит совсем, я-то это помню хорошо, ну, и глядя на него сейчас, я думаю, что нравится. Я думаю, что я все-таки смог привить вот эту вот любовь к лыжам. Так что, казалось бы, бесперспективный первый забег ни о чем может и не говорить. Теперь Алексей на соревнованиях «Лыжня России» способен своим ходом догнать снегоход, который снимает спортсменов на камеру. Так случилось в прошлом году. Ну, в прошлом году приехал на «Лыжню России». Вообще, я изначально приехал бежать ГТО, потом в итоге уже все на ГТО стартанули, а я, ну, все, проспал старт и сказал, я лучше побегу «Лыжню России». Ну, побежал 5-ку, выиграл в абсолюте. Чуть мне Буран на лыжи чуть не наехал, я его, то есть, догнал. В дальнейших планах Алексея выход и на международный уровень. Он уже ездил за границу в Швецию, бегал контрольную дистанцию. Это вид спорта, в котором спешка ни к чему. Каждый навык закладывается постепенно. Так что пожелаем Алексею удачи и будем ждать его новых побед. В следующей программе «Человек в городе. Астрология и математика» мы расскажем об этой тесной связи. Астролог Светлана Абрамова откроет нам некоторые тайны.